В субботу Светлой Седмицы митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в храме Преображения Господня в микрорайоне Уктус. Субботнее богослужение завершило Светлую Седмицу, первые 7 дней празднования Святой Пасхи, от, собственно, Пасхи до недели Фоминой. В этот день в просторном трехпрестольном Преображенском храме очень многолюдно. На божественную литургию архиерейским чином собралось множество прихожан. Причастие святых христовых тайн совершалось в этот день с 4 чаш, после чего митрополит Евгений с духовенством и прихожанами совершили пасхальный крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой Седмицы митрополит Евгений совершил чин раздробления артеса – пасхального хлеба. Это духовное и телесное средство, подобное антидору, святой воде и просфоре, которое служит для поддержания духовных сил человека. По окончании богослужения Великая Святыня была раздана верующим. В течение всей недели он был здесь, перед алтарем, перед открытыми царскими вратами. Целую неделю мы вместе с этим хлебом, как со Христом, обходили храм с песнопениями пасхальными, мы радовались, напитывались этой Пасхой радостью, и хлеб тоже напитывался ею. И вот сегодня мы раздробили для того, чтобы Господню вот эту часть хлеба раздать Господним людям, вам, для того, чтобы мы напитались от хлеба Господня, от этого артеса. С молитвой освящали, с молитвой раздробляем, с молитвой раздаем и с молитвой принимаем. И вот сегодня примите как благословение от нашего Господа, как благословение от апостолов этот святой хлеб. Также архипастырь вручил патриаршие награды клирикам Екатеринбургской епархии. Мы благодарны, Владыка, вам за то, что вы в эти святые дни принесли нам эту пасхальную радость. И по нашему православному обычаю мы дарим все от прихода преображения вам это святое яичко. Христос воскрес! Воистину воскрес! Обращаясь к настоятелю, митрофорному протоиерею Николаю Ладюку, архипастырь отметил особую сердечную атмосферу, царящую в этом приходе.